Нет, ты пришла, белка. Вот и пришла, белка. Все. Вот и все. На этом останавливаем тусовку. Официально три лоха. Раз, два, три. Причем вся маршрутка успела, потому что они онлайн-регистрацию прошли, багажа у них не было, а у нас был багаж. И все, нас не пустили. Так что сейчас посмотрим, второй автобус большой, они успеют ли или нет. Если честно, я боюсь летать, а тут прям наворачивается жуткий ветер. А все проходят, говорят, быстрее к машинам, потому что сейчас прям ливанет очень сильно. Поэтому хорошо всем долететь, но что-то в таких погодных условиях мне не особо хочется летать, поэтому пойдем-ка мы, скорее всего, заселимся в какой-нибудь отель. Так, ребят, ну мы заселились. Честно, очень хороший отель. Манжерок. Прям красота. Очень стильно. По-алтайски. Вид. Это вообще что-то с чем-то. Класс. Все-таки с первого дня, как мы приехали в Алтай, я хотел побывать в этом отеле, но понимал, что у нас нет времени на него. И хоп, опоздали на рейс и побывали. Что за красота? Капец. Как будто какая-то картинка. Причем не могу понять, какая красота лучше. Вот это вот или вот это вот? Это все не мое. Услышал? Ребят, мы просто в шоке. Это вот на территории отеля вот такая игровая зона есть. Это просто пипец. Отель топ. Какие рестораны, какой ресепшн, сервис. Блин, я в восторге, честно. Вот мать, мать